Бессовестно вкусный шашлык из курицы для такого простого и легкого рецепта. Одну-две луковицы нарезаем перьями или полукольцами. К курице на 1,5-2 кг добавляем морскую или обычную соль, черный молотый перец, острый перец, карри и подкопченую паприку. Количество специй по вашему вкусу. Свежий базилик и розмарин по 1-2 веточки рвем руками и отправляем к бедрышку. Лук слегка разминаем, чтобы дал сок. Добавляем растительное масло. Выжимаем сок половины лимона. Все хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 2-3 часа или, как обычно, на ночь в холодильнике. Выкладываем курицу на решетку, весь маринад убираем, чтобы не подгорел. Отправляем на мангал. Жарим. Как обычно, в самом начале запечатываем на хорошем жаре, чтобы были сочнее. Затем часто переворачиваем, чтобы не подгорели, особенно со стороны кожи. Она тоже очень вкусная и хрустящая. Шашлык получается, на удивление, очень вкусный и сочный. Особенно, когда все так легко и просто. Спасибо за ваше время. С вами был Андрей.